Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Это школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня начнем говорить о рисовании изометрических иллюстраций. Сделаем самый-самый первый заступ, потому что тема непростая, и мы будем последовательно, шаг за шагом изучать способы рисования изометрии в иллюстраторе. И первое, о чем бы мне хотелось с вами поговорить, это о разнице перспективных изображений и изометрических изображений. В частности, мы будем больше всего говорить о прямоугольной изометрии. Это оба типа изображений, это псевдообъемные изображения. То есть мы на плоскости экрана, на плоскости листа бумаги передаем имитацию объема. Когда мы говорим о перспективе, у нас появляются такие понятия, как точка схода и линия горизонта. Линия горизонта по-другому еще называют уровень глаз, но здесь подробно не останавливаюсь, только имейте в виду, что параллельные горизонтальные грани куба уходят в точки схода. Их всего две. Ну, бывают частные случаи, когда точка схода одна единственная, но мы об этом тоже сегодня не говорим. То есть за счет того, что есть сокращение, у нас получается, что вертикальные грани куба, они в жизни, в пространстве равны, иначе это был бы не куб, но на плоскости листа получается, чем ближе, тем больше, чем дальше, тем меньше. Очень наглядный пример, он тоже перед вами. Вот мы идем по рельсам, по шпалам, и как раз вот эти рельсы уходят к линии горизонта в точку схода, и расстояние между рельсами все время сокращается. Фонарные столбы то же самое, ближе, больше, дальше, меньше. В изометрии такого понятия нет. Перед вами сейчас прямоугольная, как я сказала, изометрия. Больше, конечно, это из раздела черчения. Оси в прямоугольной изометрии располагаются под 120 градусов друг к другу. То есть в изометрии уже нет сокращений, стороны параллельны. Поэтому вот сегодня такой кубик нарисуем в иллюстраторе. Способ самый первый, не самый лучший, но он имеет место. Поэтому я перехожу в иллюстратор, создаю новый документ, без разницы по каким параметрам, и шифтом нарисую квадрат. Сделаем ему какой-то цвет, выбираем его, идем эффект, объемное изображение, вытягивание и скос. Здесь, среди прочего, находим сверху в изометрии, поэкспериментируйте с другими вкладками. Сделаем просмотр обязательно. И параметр экструзии нужно подвигать, чтобы наш вот этот вытянутый объект, параллелепипед, получился похожим на кубик. Окей. Нажимаем «Окей». Но сейчас это осталось эффектом. Для того, чтобы работать с этими гранями по отдельности, мы должны пойти в объект, разобрать оформление. Теперь это отдельные грани. Их нужно, кстати говоря, еще разгруппировать правой клавишей. И вот у нас рассыпался наше изображение кубика на грани, которые без перспективных сокращений дают имитацию объема. Ребят, этот способ, скажу, не самый простой. Пожалуйста, с ним экспериментируйте, попробуйте. Давайте я вам дам задание нарисовать, допустим, таким способом табурет или стул, стол. Свои варианты того, что вы нарисуете, загружайте в группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании. Я вас приглашаю, здесь появляется дополнительная полезная информация. Скоро 20 тысяч подписчиков. Поэтому будет конкурс. Присоединяйтесь. В следующих видео мы будем говорить о других способах рисования в изометрии. Поэтому, если тебе эта тема интересна, пожалуйста, ставь лайк. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Спасибо за внимание. С вами была Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока!